Уважаемые клиенты, столкнулась с одной проблемой. Мне постоянно в час пишут около 100 человек, и из них 99% тупо безденежные. Просят показать предпоказ. Я показываюсь, после чего они просят раздеться, засунуть пальчик в пищу. После чего они говорят, что закажут вид. Я раздеваюсь только после оплаты. Бесплатный сыр только в мышеловке. Уверяю вас, что я реальная. Так что прошу не писать мне и не просить меня показывать предосмотры, если у вас нет денег, и вы просто тратите свое и мое время.